Ну что ж, всем привет, друзья. У меня тут, так сказать, спешл новость такая, незапланированная. А я хотел бы сказать, что у меня тут возникли некоторые факторы такие, которые влияют на дальнейшее продвижение контента. Ну, во-первых, не так часто будут выходить видео на канале Пенопласт ТВ. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с моей офлайн-жизнью. Как говорится, появились кое-какие дела, которые надо решить, и нету просто времени на конвейерное производство видео, да, потому что лично для меня это требует затраты, большой траты времени, в общем. Плюс еще на канале тут у меня некоторые проблемки, да. Во-первых, у меня тут плохая репутация на канале стала из-за кое-какого ролика там случайного. Ну, если вы знаете мой контент, да, там у меня есть такие выпуски ПО, которые назывались порнообзор, да, вот, меня там забанили немножко. Не так давно отключили монетизацию, не знаю почему. В смысле, плохая репутация, вот это предупреждение на канале, да, висит уже давно, в принципе, да, актуально полгода, я так понял. Но не так давно отключили монетизацию. Я спросил, почему, мне сказали, из-за плохой репутации на канале. Ну ладно, это одно дело. И потом... Пробую развивать канал. Очень мало, честно скажу. Я не мастер, конечно, продвижения, да, и все такое. Но я стараюсь как-то продвигать свой канал. Покупаю рекламу, общаюсь с другими блогерами, там, через них что-то. Стараюсь, уже несколько реклам было. Ну, вот я заметил, покупал рекламы в основном у каналов с схожей тематикой, которые у меня... Ну, вы заметили, там у меня топы-5, там вот это все такое, топовый канал, да. Покупал я рекламу тоже у топовиков, которые выпускают всякие там топ-5 тапочек, там топ-5 телефонов, топ-5 там, телевизоров, не знаю. Ну, плохо подписываются. Купил видео в начале ролика, да. Вот смотрите, в меня, ну не буду говорить кто, да, но он довольно-таки известный, да. И у него просмотров много. За одно видео набирает за короткий промежуток большое количество просмотров. Допустим, там за пару месяцев одно видео набирает там от 500 и больше просмотров. 500 тысяч, в смысле. Видео, на котором я заказал рекламу в начале ролика, на данный момент, вот за последние 2-3 месяца, уже набрало порядка 700 тысяч, а может уже и миллион, я давно не смотрел. И вот с этих всех 700 тысяч ко мне от силы, наверное, подписалось человек 100. Но это в лучшем случае. Представьте, какая разница, да? Даже не 1000, ну ладно, 1000, хотя бы 1000 подписалось, да? Ну, ребята, но 700 человек... Нет, я, конечно, понимаю, что там, может быть, это и не полностью 700 тысяч разных людей посмотрел, это кто-то несколько раз смотрит. Даже если, скажем, 100 тысяч человек уникальных посмотрел видео, и чтобы из этих 100 тысяч подписалось всего лишь 100 человек, это очень мало. Причем тематика схожая, да? Я не покупал рекламу у какого-то там... не знаю, блогера там, который вообще делает обзоры на картошку. В общем, тематика схожая, да? У него топовый канал, и у меня топовый. У него топ-5, топ-10, топ-15 там. У меня тоже самое похожее, да? В основном упор на это идет. И так мало подписчиков. Я ничего не хочу сказать, но я ожидал другого немного. Просмотров тоже мало, очень мало. Я не понимаю вообще, как это все работает. Конечно, я ни в коем случае не опускаю руки, не подумайте, я просто хочу сделать небольшую паузу, разобраться со всеми делами и продолжать работать для себя и для вас, конечно же. Люблю всех тех, кто меня смотрит, кто меня поддерживает. Большое вам спасибо. Ждите новых видео, конечно же. Ну и, как всегда, всем пока, удачи и не забывайте, следите за каналом, все будет ок. Всем пока.